обычный будний день. Делать уроки лень. И я погружаюсь в интернет. И в сердце мое. Только если ты вставишь, это дебил, просто я по-первому жоу у тебя. Чего? Понял, ты это здесь снимал? Убери камеру! Уберите камеру! Да не снимал я, ты что? Думаешь, я дурак настолько, чтобы снимать вот такую дичь? Вообще даже не сомневаюсь. Все, давай начинаем, готовы? Итак, начинается матч. Майнкрафт против копателя онлайн. И, о господи, Лулошка выходит один на один с вратарем. И... Гол! Папа, гол, гол, гол! У вас пришлось вы так орете? Женечка, принеси пиво, Андрей, нужно отметить. И папе тоже. Папаш, я чё тебе, прислуга, что ли? Я вообще-то самодостаточная девушка. Ты сам бери и неси себе пивас. Ведь я умная и не буду ничего вам делать. Какая у меня мужик главный в семье, мужик мозг семьи. Давай неси пиво, Андрей, не выкалывайся тут. Вы вообще созданы для того, чтобы только пивас пить и футбол смотреть. Ничего больше от вас, с вас вообще не взять. Папа, короче, кто умнее? Пацаны или девушки? А ну? Ну, короче, я тут вам могу сказать, что я представитель, конечно, мужского пола, да? Во, видишь? Эдичку. Но, как бы... Ну, девочки умнее, да. Девочки тоже норм, так что надо все решать как-то по-другому. Не знаю, нужно решить. Если вы за мужиков, то ставьте палец вверх и посмотрим, кто кого, да, Женечка? А вот если вы за девочек, то ставьте лайк. Если наберу много лайков, то девочки будут крутыми, да? Сомневаюсь. И напишите также в комментарии, кто круче, девочки или мальчики. То есть пишите хэштег девочки, хэштег мальчики. Все. Ладно. О, какая курочка вкусная, Женечка. Эдичка, ты слышал это? Ой, ребят, извините, пожалуйста. А, это папаша был, там ничего особенного. Ты пукнул? Папа, красавчик. О, печенюшки. А давайте сходим проверим, что там такое. Я что-то слышал. В смысле? Пап, ты что-то слышал? Я нет, если честно. Вот я слышал. Нет, не я. Вот я слышал, пойдемте проверим. Ну давайте, выходите. Вы же мужики, давайте, вот вы защищаете девочку. Ну давай, папа, да. Ну и чё? Ничего тут нету вообще. Что это такое? Нихрена, папа! Я такой в фильмах видел. По-моему, наш дом украли инопланетяне. Они меня забирают! Нет! Держечка, стой! Я тебя держу! Эдичка, папочка, где это мы? Где мы? Ну вот, Женечка, из-за тебя мы попали в руки к инопланетянинам. Где мы, папа? А я-то тут при чем? В смысле, ты же горел, то ж давай пойдем на улицу, посмотрим какие-то звуки. Вот давай вытаскивай нас сейчас отсюда, давай, ты же умная. Вот давай, хочешь это? Давай, покажи, давай. Смотрите, учитесь, садись. Давай. Посмотришь, папочка, Эдичке? Смотрю, давай. Вот смотри. Привет, у меня тут как обычно хороший день, смотри, у меня тут сисечки выпали, можешь просто мне помочь, пожалуйста. Он вообще тебя не понимает, он вообще не понимает тебя. Мне кажется, он меня хочет, смотрите, он заходит. Что вы делаете? Нас нападают какие-то непонятные чудища. Убейте! Нифига вот, себе. Вот видишь, я молодец. Да. И Женечка, о, спасибо. Я вообще не ожидал. Папа, ты видишь, она полезная оказывается. А, кстати, ключ выпал, да? Да, у меня есть ключ. Я могу вас выпустить, да? Можете не благодарить меня. Женечка, ты чудо, Я сомневался. О, смотри, что это на стене какое-то. Еще, подождите, я тут чудика вижу. Ни хрена себе, Женечка. Вот давай, ты мужик, вот бери. Теперь я разберусь. Пап, ты вообще в сторонке стой. Да, хотя я... Не-не-не. У меня вилку нашел. Вилла, ни хрена себе. Тогда давайте отсюда выбираться вообще будем. Папа, давай, Эдичка, расфигачь их тут всех. Давай, какой молодец. Давай так. А где мы вообще, мне интересно? А посмотрите в окно. Мы случайно не на Луне какой-то? Мне кажется, это Марс. Это марсиане! Офигеть! Вау, тут какие-то пистолеты, я взяла пистолет. Ой, я тоже возьму. Так, еще охранники, папа, давай. Жень, давай охранников. Ты вообще стой там в сторонке. Откуда у марсианинов пистолет? А, ну они прошаренные в технологиях, понимаешь? Понимаю. Пойдем. Так, куда? А ты уверен, что нам туда, папа? А, тут охранники! Убейте их! Убейте, покажите свою мужскую силу! Пожалуйста, помогите, спасибо! Бегите, своя сила! Ай, папа, извини! Так, давайте убираться. Папа, меня сын завалил! Вот собака, а! Так, убиваем! Давай, стой!
Ого. Нифига себе. Видите, как мы раскидали. Так, а сейчас куда, Женечка? Давай сейчас ты опять. Давайте вот посмотрим, что в этих сундучках находится. О, вот что вот тут есть. О! Нифига себе! И что у меня еще есть? Папа, хватит! Папа, хватит! Так, вперед! Вперед, друзья мои, вперед! А ты уверена, что нам туда нужно? Да, я уверена. Есть кнопочка, нажимай на кнопочку. Нажмите на кнопочку, нажмите. Папа, на кнопочку нажимай, я не ставь туда предметы какие-то. А ну отойди, отойди, отойди. У меня пистолет кнопка съела. Давай, Этичка, ну давай, ну нажми же. Не работаю. Во. Кажется, мужскую силу. Нифига себе, какие-то проход. Секретные технологии. Не так-то просто открыть вот. Ааа, не меня же. А я услышал, Жень, ты сказал, Женечку валите. Не-не-не-не. Летучих мышей. А, летучих мышей. Ну прости, Женечка, прости. Мне просто послышалось. Ни хрена себе! Эй, убейте его! Быстрее помогите мне! Атаку! Я убила, убила! А кто это? Это босс был? Мне кажется, он сейчас воскреснет. Мне кажется, он сейчас воскреснет. Папа. Надо быстрее решать надо. Давайте зайдем в портал и вернемся домой. А ты уверен? В смысле? А тут есть какая-то кнопочка специальная. Взорвать планету Майнкрафта. Он сейчас воскреснет, нам нужно его взорвать, чтобы он больше не вернулся. Где он, где он? Папа, папа, помоги ему. Ах, кто он? Да помогите ему. Сейчас, подождите, я убил как-то. Женечка, не лезь перед патроном. Ай, так, Жень, папа, Женечка, он сейчас... Не, настало времени, решаем! Женечка, Женечка, Женечка... Взорваем эту планету к чертям собачьим! Нет, да... Или может... Он сейчас воскреснет. Или домой возвращаемся. Нажимай, да пофигу, куда домой? Я, наверное, зря это сделал. В смысле? Может, ты домой? Твою мать! А где мы? Они нас вернули! Нифига себе! Это было легко. Да. Женечка, там еще футбол идет вперед. Футбол? О! Ладно, Женечка. Мы выяснили, что и мальчики, и девочки полезны в быту. Но все же пивасик ты нам будешь носить, пожалуйста, Женечка. Да, и все же пишите, ребята, если вот девочки лучше, вот то ставьте лайки, вот ставьте. Да-да, а если мальчики лучше, то пальцы вверх большие ставьте, да, папа? А если папочки лучше, то точно лайки надо ставить. Да. И комментарии, чтобы не забывали писать, да? На самое интересное будем отвечать. Ага. Да, и подписываться на канал еще. Да. А сейчас. А сейчас давайте все тихо, футбол начинается, так что давайте все там пока, прощайтесь. Все, пока. Все, всем пока. Пока, ребят. Тихо, твою мать.